9 команд приняли участие в первенстве Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту. Впервые в этом году отдельно свои силы в этом виде спорта показывали и девушки. Команда Минской области выступила достойно и заняла 3-е общекомандное место на чемпионате Республики Беларусь. Олеся Назаргалиева в упражнении «Подъем по штурмовой лестнице на 2-й и 3-й этажи учебной башни» среди девушек заняла 3-е место. Конечно, переживала. Были стресс был, особенно перед стартом. Но так особо легко, когда бежишь. Бежала с девочкой с нашей команды по штурмовой лестнице. Также еще были с Могилевской области и Витебской. Ежедневные тренировки и тщательная подготовка к соревнованиям, чтобы победить и достойно представить Беларусь на чемпионате мира. Владислав Макареня попал в финал на республиканских соревнованиях. И в упражнении «Подъем по штурмовой лестнице на 2-й и 3-й этаже учебной башни» среди юношей занял 3-е место. Высокие цели, конечно, поехать на мир, ну, попасть там в финал, занять призовое место. Цели будущие. Пойду на работу, наверное, ну, МЧС. В упражнении преодоления 100-метровой полосы с препятствиями среди девушек 3-е место также заняла солигарчанка. Конкуренты были очень сильные, как бы команды там разных возрастных групп, и тяжело было выиграть. Результатов добиться тоже было тяжело, но я добилась их, как бы, и поеду вот скоро на сборы. По итогам соревнований со 2 по 9 августа впервые в Беларуси состоится чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. И юные чемпионы представят нашу страну на чемпионате такого уровня. К слову, в команде сборной Беларуси из 18 человек 14 солигарчан. Это очень достойный результат. И детям огромнейшее спасибо. Ну, им и их родителям, школам, которые всегда шли навстречу. Помогали, отпускали. Центру детского творчества директору Лилии Анатольевне, которая тоже нам всегда оказывала содействие. Ну и, конечно, руководству нашего отдела области за то, что помогали, организовывали нам сборы. Детей не оставляли без внимания. К слову, Иван Писляк уже 5 лет тренирует солигорских ребят. За это время его спортсмены не раз становились абсолютными чемпионами и призерами. Конечно, все 9 команд, все хотят стать чемпионами. Конечно, это волнительно, но призовых мест всего лишь 3. И то, что дети хорошо подходят, в хорошей физической форме и показывают результат, это значит... Мы свой труд, что здесь вот тренируем и вкладываем, не знаю, он не проходит. Да. В соревнованиях по пожарно-спасательному спорту принимают участие ребята в возрасте от 12 до 18 лет. 3-часовые тренировки проходят ежедневно на базе солигорского отделения МЧС.